мы тут сидим, а это видео. Вот вечер, так сказать, в Екатеринбурге. Да, для зрителей этого канала. Вот, так сказать, Екатеринбург, улица Ленина. Что вы можете сказать? Доброго суток, дорогие зрители этого канала и этого видео. Да. Я не знаю, какое у вас сейчас настроение, куда вы движетесь, глядя это видео, но предлагаю вас просто остановиться и посмотреть вот на этот пейзаж у меня за спиной. За как спиной. За правым ухом. Да, тут вот скорая помощь приезжает. Как? А нет, как? Реанимация грибами? Да. Вот товарищ у нас грибами, так сказать, почувствовал. Я попробую, наверное, поехать на Давай, трамвай. Беги. Он поедет. Там что-то показывают, наверное. Если не получится, то вернусь. У меня тоже 18, я сейчас пойду. Ну ладно, давай. Пока-пока, ты хорош. Пятерка тебе. Еще раз пока. Пока-пока. Человек уходит, пока-пока. Да, хорошие дороги, побежал. Ну, у меня та сейчас 18 где-то ползет. А, там двойка? Да, он приближается. Не, слушай, летом гулять такая вещь. Вот как-то даже вот не хочется домой. Такая погода. Как в июле такое состояние. Ой, да, такое. Вот все ездят. Все классно, Екатеринбург. Люблю я родной город. Мне вот эта улица нравится. Рендованные самокаты. Да, это эти. Ну, в смысле, да. Потому что я живу на улице Ленина. Да, и меня зарубает время. Это про нас, про всех. Да. Нас зарубает время от времени. Тут вот такая вот фигнюшечка такая инопланетянская такая. Прикольно, нравится нам. Понаставили всякой фигни интересно. Вода, она такая, не знаю. Мысли о работе с трудом бываются. Ну да, вот хочется гулять там. Да, обработать фоточки, которые там платная сессия. Я поняла, да. Все-таки уличные фотографии, они такие немножечко романтичные. Стрит-фото, да, есть даже такое. Да, вот тут фото, вот этот железный конь, так сказать. Ну-ка помигай лампочками. Или помигай лампочками. О, они лампочки мигают. Видите, и сзади тоже. Сзади лампочка. Красота-то какая вообще, ляпота. Вот молодец, пятерка тебе. Ехать, да, чтобы да, чтобы вот. Все так сказать, ну все, можешь не мигать. Ладно. Ну ладно, слушай, я пойду тогда на остановку, чтобы...